появившись на свет вот в этом обличии, в мужском обличии, вам Вселенная передала в руки очень ценное, ценную возможность и долг оберегать всех тех, кто нуждается в этом обереге и в вашей защите. Поэтому, глубоко уважаемые мужчины, взрослые, еще не совсем взрослые, но мужчины, чести вам, отваги, мужества ежедневно, надежного тыла, любви, счастья, тепла, домашнего уюта, в общем, всего того, что делает из мужчины настоящего. Мы гордимся мужской половиной нашего университета и желаем, чтобы каждый день был успешным, каждый поступок достойным. Дорогие наши мужчины, мы от лица Союза молодежи поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Желаем вам бодрости духа, чтобы вы никогда не унывали, и ваша жизнь была по-настоящему яркой и вкусной, как студенческая жизнь в ИГУ Машарова. Желаю вам идти и добиваться всех своих целей, никогда не сдаваться. И побед, конечно же. В этот праздник я желаю вам поступать всегда по совести и быть примером для окружающих. Я хочу поздравить с этим прекрасным праздником всех мальчиков, своих одногруппников, преподавателей. Хочется пожелать, чтобы ваша смелость вас никогда не покидала, а вела только к успеху. В этот день я хочу поздравить всех парней университета имени Петра Мироновича Машерова, а также наших веселых парней лицея ВГУ. Желаю вам всего самого-самого хорошего и спасибо, что вы у нас есть. Мы за вами, как за каменной стеной.